как перейти от стартап-мышления к управляемым инновациям. Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовала инновационная смена. Организатор – Ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов. Участниками образовательной программы стали представители 15 регионов России, директора бизнес-инкубаторов, ректоры и преподаватели университетов, а также школьные учителя. С приветственным словом к участникам смены обратился исполняющий обязанности директора ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев. Он пожелал участникам инновационной смены плодотворной работы и поблагодарил Ассоциацию акселераторов и бизнес-инкубаторов, а также Московский политехнический университет за сотрудничество. Очень важно, когда здесь собираются педагоги. Очень важно, когда проходит форум, когда они видят, что есть такая инфраструктура, что так для ребят построен такой павильон, как парк будущего, что ребята здесь могут приобретать эти рабочие профессии. И мы им как бы со своей стороны вот эту мысль несем о том, что, ребята, вы не должны становиться не просто ребятами, которые оттачивают свои навыки непосредственно, а вы должны быть еще лучше, вы должны становиться новаторами. Данная образовательная программа направлена на формирование системного подхода к построению инновационных сообществ, развитие проектной деятельности, разработку инновационных программ и программ бизнес-инкубирования. Участникам инновационной смены предстоит узнать о том, как сделать их самые смелые идеи реальностью. Помимо образовательной части, также планируется культурная программа. По словам участников, одной из самых главных целей для них – поделиться новыми знаниями со студентами и учениками. В первый день занятий участники инновационной смены смогли узнать о том, как создать новые проекты, которые станут успешными на региональном, федеральном и международном рынке. Есть некая, ну скажем так, зашоренность, да, в мышлении, и иногда боятся сказать, что да, я инноватор, я придумал что-то новое. Вот наша первая задача – это, ну, если можно так сказать, всколыхнуть наше бизнес-сообщество, наших молодых ребят, наших молодых предпринимателей, не бояться придумывать что-то новое. В ходе занятий, практикумов, встреч и индивидуальных консультаций участники смогут использовать и адаптировать новейшие технологии для учреждений, которые они представляют. Самое главное, участники инновационной смены смогут передать эти знания подрастающему поколению. Важной красной нитью в этом во всем идет то, что сейчас все переходят на элемент цифровизации. То есть сейчас происходит цифровая экономика. И как раз масштабные, эшелонированные и прогнозируемые процессы мы можем делать, пользуясь цифровыми инструментами. Вот ряд цифровых инструментов, которые представляет наша организация, Ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов, работы совместно с министерствами, мы как раз предлагаем педагогам. То есть это инструмент цифрового формирования сообщества и выращивания из них проектных команд. Все это мы делаем на бесплатной основе. Наша задача – это как раз понимание, это увеличение, это масштабирование для того, чтобы по всей России, по всем регионам увеличилось как раз это количество проектных команд.